Стали известны подробности гибели трех красноярских полицейских. Мужчины были в командировке в Херсонской области. 9 октября по зданию, где находились наши земляки, нанесли ракетный удар. Обстрел, как заявляют в краевой полиции, был целенаправленным. Его наводили два человека, которых уже задержали. Подробности в сюжете Дмитрия Заднепрянова. Вот сегодняшний привет, утренний. Бетонные блоки, остатки пластиковых окон и кровати – все, что осталось от пункта временной дислокации красноярских полицейских в Херсонской области. Ракетный удар накрыл здание рано утром 9 октября. Группа наших земляков находилась в зоне специальной операции в 8-месячной командировке. Андрей Рейн, Илья Фаустов и Алексей Муфтахов погибли, когда до возвращения домой оставалось 4. Позже оперативники установили, кто был корректировщиком огня, и задержали их. Это два жителя Херсонской области. Одному 17, а второму 18 лет. Передавал данные координат солдат армии РФ. Я передал ему сведения о том, что заехали вооруженные силы Российской Федерации с целью нанесения ракетного удара по этой базе. Примерно после 2-3 дней был осуществлен прилет на базу. О месте дислокации за плату они рассказывали через один из мессенджеров. Жизни наших полицейских оценивались в 1000 гривен. Это меньше 2000 рублей. Заказчика, хотя мы это прекрасно знаем, это представители Министерства обороны Украины. Эта информация появилась сегодня и была озвучена на торжественной церемонии передачи орденов мужества семьям погибших. Он всегда будет в нашей памяти, и не только в нашей памяти. Уже сейчас о нем пишут школьные сочинения дети. Мне присылают стихотворения, которые ему посвящены, и парням, с которыми он был там. Поэтому я с гордостью могу сказать, что он герой для меня, и я им очень сильно горжусь. Вместе с наградой родственники получат все полагающиеся по закону выплаты. Особую поддержку окажут детям погибших. А оставшихся в строю наших полицейских в зоне СФО скоро заменит новая группа из Красноярска. Они отправятся туда также на 8 месяцев. Дмитрий Заднепрянов, Павел Иваницкий, 7 канал.